الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня, иншаллах, мы постараемся сказать о такой важной теме, которая, то есть тема, которая сегодня, она в обществе, особенно на женской половине, она очень важна, да и мужья, мужчины тоже ответственны в этом плане, я имею в виду кормление младенца материнским молоком. И какие моменты в этой жизни, то есть жизни новорожденного и кормление самой матерью и тем молоком, который Аллаху Та'ала выявил внутри ее тела. Такой оригинальный продукт, который Всевышний Аллах со всеми витаминами, нужными веществами, все, что нужно для ребенка, Аллаху Та'ала выявляет по своей милости внутри тела этой уважаемой, дорогой матери, но она по мелочным, таким никчемным причинам ищет, чтобы она отказалась от этого. Мелочи жизни, можно сказать. И бедный ребенок остается питаться какой-то химией, какими-то смесями. Этот момент. И вторая часть нашей проповеди будет сегодня вот молочный брат, сестра, вот что это обязывает, что за они люди, кто они и условия того, чтобы стала она кормилица, стала молочной матерью и братом, сестрой для мусульман. Согласно нормам ислама, грудное вскармливание является крайне желательным действием. Шариат настоятельно рекомендует кормить детей материнским молоком естественным способом. Так, например, в толковании Корана Тафсир Рухил-Баян приводится хадис, который гласит «Лейса ли сабии хайру мин лабани уммихи». Смысл этого хадиса означает «Нет ничего лучше для ребенка, чем молоко его матери». Это хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и искать замену тому лучшему питанию, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, здесь говорит, конечно, это ошибочное мнение. Женщины получают огромное вознаграждение от Всевышнего Аллаха, кормя грудью своего ребенка. К сожалению, сейчас многие мусульманки забывают об этом, продержавшись пару месяцев, переводят ребенка на искусственное вскармливание. Грудное молоко – это идеальный продукт питания, созданный Всевышним Аллахом, и лучшее начало жизни для малыша. Согласитесь, что Всевышнему Создателю ведомо, что для нас является полезным и что для нас является вредным. Обратите внимание, даже Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение минимум первых 6 месяцев жизни ребенка, то есть минимум 6 месяцев. А в исламе-то у нас говорится другие цифры, срок вскармливания ребенка. Также важно знать, что грудное вскармливание приносит пользу не только ребенку, но и самой матери. Мы ведь знаем, чем чревато для матери отказ от кормления ребенка своим естественным молоком. Согласно исламу, ребенка рекомендуется кормить в течение 2 полных лет. Всевышний в Коране говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Валь-валидату юрдиъна аулядахунна хавлайни камилайни лиман арада ан ютимма радаа». Садакаллаху-л-Азим, Сурат-ул-Бакара, 233 аят. Смысл: пусть матери кормят своих детей 2 полных года, если они хотят полноценное вскармливание. То есть Всевышний Аллах определил 2 года, не какой-то 1 месяц, 2, 3 и не полгода. Это полных 2 года по лунному календарю.
от Барра передается, что сам посланник Аллаха тоже в своей жизни, что у него случилось с его ребенком, дабы, чтобы этот хадис стал для нас назиданием. Барра бин Азиб рассказывает, что когда умер сын посланника Аллаха, саллаллаху алейхи Ибрахим, в возрасте 1 года и 10 месяцев, то есть до 2 лет Ибрахим, сын посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не дожил. И посланник Аллаха сказал следующее, вы обратите внимание. «Каля, инна ляху мурдиан фил джанна». Моему сыну Ибрахиму, который умер в возрасте 1 год и 10 месяцев, Аллаху Та'ала предоставит моему сыну Ибрахиму кормилицу в раю, дабы восполнить эти 2 года, которые Аллаху Та'ала в Коране сказал. Даже ребенок, так Аллаху Та'ала его в раю предоставляет кормилицу, дабы завершить 2-годичное кормление этого младенца. Дорогие братья и сестры, посмотрите, как наша религия помогает нам во всем. Всевышний даже в Коране указал пользу грудного молока. И еще не менее важный момент в жизни самого ребенка, и особенно первые 3-4 дня, это что сегодня мы можем сказать, и отцы не обращают внимания, даже и сами матери, когда у них как раз первенец бывает, поскольку там другие ценности, наверное, становятся выше. Говоря о грудном кормлении, нельзя упустить столь важный период, как первые дни после рождения ребенка. Ведь именно в этот период у женщин вырабатывается молозиво, и это необычное молоко. Молозиво – это первое молоко, которое получит ребенок с 1 по 4 день его жизни. Состав молозива идеально подходит для потребностей новорожденного. Это своего рода природная вакцинация для ребенка на всю жизнь. Сегодня, лишая ребенка или недодача молозива, и ребенок остается без той вакцины на всю жизнь, которую ребенок должен был получить в свое время именно от своей же матери. Когда появляется молозиво, это благотворно сказывается не только на новорожденном, но и на самой матери. Так что и это доказанный факт, кормление грудью с первых часов жизни малыша приносит несомненную и неоценимую пользу и ребенку, и маме. Лучшая еда для ребенка – это материнское молоко. И перед каждым кормлением, вы заметьте, сегодня наши сестры, может быть, на сегодняшний день тоже, и у нас, альхамдулиллах, рождаемость увеличивается. Но вот здесь наши сестры, чтобы и отцы, и мужья тоже им говорили вот о том, что сейчас мы хотим сказать. Перед каждым кормлением женщине желательно сделать малое омовение. Начинает кормить ребенка со слов «Бисмиллахир рахманир рахим». Она должна искать довольство Аллаха, выполняя свой долг перед ребенком, которым Аллаху Та'ала ее одарил, и того же ребенка, который она 9 месяцев носила. И такой подход к кормлению ребенка. И ислам намного вперед смотрит, уважаемые братья, в воспитании детей. Слушая из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, тогда, когда молодой сподвижник пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и говорит: «О посланник Аллаха, я сегодня стал отцом. С чего бы мне начать воспитать своего ребенка?» Вот если сегодня такого молодого отца мы увидим, мы подумаем, вот какой же хороший отец выйдет из этого молодого парня, который сегодня отцом стал, и спрашивает о воспитании со дня его рождения. Но вы послушайте ответ посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха сказал: «Ты, говорит, о мой сын или сподвижник, на 9 месяцев опоздал воспитать своего сына». То есть сегодня родился у него сын, и посланник Аллаха ему говорит, что на 9 месяцев ты опоздал воспитать своего сына. Вот настолько вперед ислам смотрит на воспитание наших же детей. Безусловно, с появлением молочных смесей для новорожденных потребность в кормилицах не столь остра и даже, можно сказать, вовсе отсутствует. Но из того, что мы привели выше из религиозных и научных данных, выясняется, что молочная смесь не способна полноценно заменить материнское молоко. Это даже и в самом этом на упаковке смесях бывает написано
те, которые пользуются, они сами знают. Поэтому, дорогие братья, если у ваших жен или сестер нет молока или по какой-нибудь другой причине, они не могут кормить детей сами, найдите для ваших малышей кормилец. Ведь любое человеческое, вот, молоко женщины, оно человеческое, это от Всевышнего. Оно лучше, чем любая смесь, то есть. Не ищите, легких путей пичка детей этой химией. А если вы уже решились нанять кормилицу, то уделите большое внимание религиозности и характеру претендентки на такую столь важную и ответственную роль. В исламской литературе говорится, что следует остерегаться неверующей, несоблюдающей или обладающей скверным характером или привычками и душевно больной кормилицы, поскольку молоко такой женщины может негативно повлиять на ребенка, на его духовную чистоту, характер и дальнейшее духовное развитие ребенка, будущее его жизни. Поэтому ответственность матери перед ребенком очень велика. И это она должна почувствовать. И тот продукт, тот оригинальный продукт, 100% максимально полезный для его ребенка, для ее же ребенка, если она лишает этого ребенка, этого продукта, Аллаху Та'ала бесплатно, можно сказать, выявил из ее организма, нет, она лишает его и прибегает к каким-то, и еще расходует на смеси большие средства. И сейчас мы хотим перейти на ту тему, которая вот после вскармливания молочный брат-сестра, что у нас бывает. Необходимо также знать, что при наличии определенных условий кормилица может стать молочной матерью выкормленного ею ребенка, а муж и дети этой кормилицы станут отцом, братьями и сестрами этому ребенку. Далее, коротко, мы постараемся разъяснить условия, при которых кормление ребенка грудным молоком устанавливает молочное родство. То, что мы вначале говорили. Первое условие, чтобы установилось молочное родство, это попадание молока женщины, возраст которой достиг совершеннолетия, в желудок младенца, в каком бы незначительном объеме оно ни было, даже если оно было разбавлено с чем-либо другим. Вода, детская смесь, каши или другие моменты, что ребенок получает. Второе условие. Возраст ребенка не должен превышать 2 лет по лунному календарю. То есть до 2 лет молоко служит основным питанием. После 2 лет уже он может перейти на другое питание. Поэтому до 2 лет рассматривается попадание молока в желудок новорожденного. Третье условие. Количество вскармливаний должно быть 5 раз. 5 отдельных разов. К примеру, если ребенок при кормлении отказался от молока или же сама кормилица прекратила кормление, а затем в течение короткого времени он повторно начал глотать молоко, то в обеих этих случаях это засчитывается как 2 отдельных кормления. Потому что это уже разница паузах есть. Другой пример. Если он перестал глотать молоко, отвлекшись на незначительные моменты, такие как короткий сон или из-за отвлеченности кормилицы по каким-либо другим причинам, далее вернулась к кормлению, то в данных случаях это считается как 1 кормление. Ну вот такие моменты, тонкости есть, это можно уточнить. При соблюдении вышесказанных условий кормилица становится молочной матерью для него, а ее муж – молочным отцом данному ребенку. Если установится, что между каким-либо мужчиной или женщиной есть молочное родство, например, они друг другу молочные брат и сестра, то брак между ними запрещен. Если же это будет установлено, то есть установится, что они, оказывается, были молочным братом и сестрой после того, как они уже поженились, то этот брак считается недействительным и необходимо их развести. Шариат не допускает подобное. И доказательством этому и случай из жизни одного сподвижника Укбату ибн Харитса, который пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям из Мекки в Медину ради этого вопроса. Он говорит: о посланник Аллаха, я поженился на одну женщину, а другая женщина, темнокожая женщина, она говорит, что она кормила нас, то есть меня и мою жену, своим молоком. Как мне быть? И она в этом не права.
он говорит, что мы не являемся молочным братом и сестрой, да? А она это утверждает. А посланник Аллаха ему говорит, а как ты поступишь тогда? И в то время, когда эта женщина утверждает, что она кормила и тебя, и твою жену своим молоком, тогда посланник Аллаха сам ему ответил, «Да'ха анк, оставь ее, ва ай талик'ха, дай ей развод своей жене». Укват после этого вернулся в Мекку и заново с этим уточнением пришел в Медину и говорит, о посланник Аллаха, это же женщина, которая ее слово не принимается. Тогда посланник Аллаха, вы обратите внимание, что посланник Аллаха говорит, алейса кад киля, разве уже не сказано среди людей, что вы являетесь мужем и женой? Это хабар распространился ведь. Даже если, может быть, та женщина, она говорит неправду. Посланник Аллаха его направил на путь вараа, на путь набожности и точности, чтобы потом, когда дети появятся, чтобы еще больше сожалений у них не было. Это что даже если подобное может случиться, чтобы даже этого остерегаться. И сейчас перечисливаем женщины-махрамки по причине молочного вскармливания, кто для мужчин будут. Запрещаются по причине молочного вскармливания 7 видов женщин. Из них 2 упомянуты в Священном Коране, а по хадисам и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салляма, присоединяются остальные 5. Это молочная мать, ее мать и прабабушка, тоже на них распространяется. Молочная сестра, ею считается та, которая кормилась у твоей матери, или ты кормился у ее матери, или вы, то есть ты и она, кормились у одной и той же женщины. То есть одна женщина может стать матерью для посторонних других детей, что она их обеих вместе кормила. Когда она кормилась у твоей матери, то она становится твоей махрамкой, и для всех твоих братьев она является махрамкой. Но тебе дозволяется, то есть тебе не является махрамкой ее сестра, потому что она, то есть ее сестра, не кормилась у твоей матери. Тот же момент. Когда ты кормился у ее матери, то становишься махрамкой для нее и всех ее сестер. Но она и ее сестры не являются махрамками для твоих братьев, потому что они не кормились у твоей матери, и твои братья не кормились у их матери. Тоже здесь вот это надо уточнить. Эти моменты, если кому-то нужны будут, мы готовы предоставить эту информацию. О том, что благодаря кормлению махрамками становятся кормилица мать и ее дочь, ниспослан следующий аят Священного Корана, бисмиллахи ррахмани ррахим. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ سُورَةُ النِّسَاءِ 23 аят, смысл которого означает, и ваши матери, которые кормили вас, соответственно, имеется в виду по истечении 2 лет и 5 раз со всеми условиями, и ваши сестры от кормления. Это в Коране сказано по этому поводу. Еще дочь молочного брата тоже будет махрамкой, дочь молочной сестры то же самое, молочная тетя со стороны отца, то есть это та, которая кормилась вместе с твоим отцом. Вместе с твоим отцом, который кормилась, она тебе как молочная тетя будет. Молочная тетя со стороны матери – это та, которая кормилась вместе с твоей матерью. Молочная тетя со стороны матери будет. Молочная дочь – это та, которая кормилась у твоей жены, и ты для нее будешь молочным отцом. Тоже момент. Также для женщин махрамами становятся ее молочный отец, сын, брат, дядя, как со стороны матери, так и со стороны отца. Далее еще момент, также кормлением материнским молоком при женитьбе становятся махрамами молочная мать жены, то есть которая кормила твою жену, твою жену молоком, она тебе махрамом будет. Молочная дочь жены, то есть та, которая кормилась у твоей жены, тоже махрамом будет. Жена молочного отца, то есть другая жена твоего молочного отца, тоже махрам будет. Жена молочного сына, то есть жена того, который кормился у твоей жены, тоже тебе махрамом будет. И родственники молочного сына, кормилицы являются чужими.
И в тот же момент родственники же кормилицы молочного сына являются родственниками. Эти все моменты взяты из шариатских книг, которые мы сегодня редко кто интересуемся, и они очень важны для нас с тобой. И последнее обращение, вот, исходя из всего вышесказанного, братья, запоминайте тех детей, которых кормили ваши жены своим молоком, имеется в виду 5 раз или более, дабы установить вот, связь. Уточняйте, как, с какого района, город, село, адрес, телефон возьмите, имя ребенка, вот твоего сына, молочная сестра где-то, если есть, надо же беспокоиться за ней. И дабы остеречь этих людей после, ну, как они вырастут от женитьбы, так, чтобы история как сподвижника не получилась. И ради восстановления родственных уз с этими молочными братьями и сестрами. Это надо установить. И дай Аллах, чтобы у наших уважаемых сестер, матерей, это чувство материнства, чтобы оно увеличилось, и наши дети кормились именно тем оригинальным продуктом, который Аллах Та'ала выявил внутри организма человека. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. رحمكم الله إلى الصلاة.